уже хочу поскорее купить этого Эндермена. Именно поэтому нажимаю на кнопку купить. Эндермен часть третья. Я убил их. Открой или убью еще кого-то. Черт, я это сделаю с тобой. Посмотрите, здесь переломленный человек. Там какая-то пыль Эндермена на фиолет. О, черт, в этом это просто жест. Че творим, про меня зовут царь Геонис. И просрал уже при подписке на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь про время Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против вещи нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Самую сильную банду на ютубе. И также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому что, сегодня я делаю новую покупку из Даркнета. И про не обращайте внимания на это. Это осталось после прошлого видео, когда я разговаривал с Джинджером. Благо в Даркнете было зелье регенерации. И теперь остались только синяки. Тем не менее, про сегодня снова отправляюсь в Даркнет, чтобы купить там новое существо. Совсем недавно в банде в Даркнете появилась новая вкладка под названием Майнкрафт Монстры. То есть мы можем в реальной жизни купить настоящего Майнкрафт Монстра. К примеру, банда это может быть зомби, крипер, даже херабрин. Только вдумайтесь в это, банда. В одном из прошлых видео мы уже покупали Джеффа-убийцу. И это была самая настоящая ошибка. Потому что Джеффа-убийца украл Настю, чуть ли не убил. Благо Настя успела как-то спастись. Но сегодня, банда, я хочу купить самое необычное существо из Даркнета. Это Эндермен. Мне очень интересно, как же он выглядит в реальной жизни. Или он реально существует. А также, брат, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я куплю новое существо из Даркнета из мира Майнкрафта. Пиши в комментариях, кого следующего купить. Так что, будет опускайся ниже, жми свой царский лайк. А также, брат, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь мы с Настей в своих инстаграмах отвечаем вам, банда. Вы можете написать нам директ и получить почти сразу же ответ. Так что, будьте ссылки в описании, подписывайся, пиши нам директ. А тем временем, бро, мы еще в 3 часа ночи, чтобы войти в Даркнет. Погнали! Окей, Суприм банда, надеюсь, вы готовы, потому что на часах уже 3 часа ночи. И мы сейчас будем вместе с вами заходить в Даркнет. Я очень волнуюсь, банда, потому что это совершенно новые монстры, которых мы раньше никогда в жизни не видели. Тем не менее, бро, давайте уже входить в Даркнет. Итак, банда, вот так выглядит этот сайт. Просто посмотрите, он называется Майнкрафт реальной жизни. Описание этого сайта такое: вы можете увидеть настоящего моба с Майнкрафта в реальной жизни. Любой на ваш вкус, от херабрина до обычного оцелота. Все на ваш вкус. О, господи, банда, это уже слишком подозрительно звучит. Тем не менее, давайте же посмотрим, какие здесь есть монстры. Итак, первый монстр это зомби. Посмотрите, банда, абсолютно все эти монстры стоят всего лишь $500. Как мы видим, на всех этих монстров нет фотографий. Это всего лишь арты, которые можно взять просто с интернета. Тем не менее, надеюсь, что там причуд реальных этих монстров. Окей, первый монстр, который у нас это есть, это зомби. Как мы видим, он реально выглядит необычно. Мы можем также здесь купить крипера, наездника и эндермена. А также, банда, посмотрите, в самом низу иссушитель. Можем купить настоящего иссушителя, это просто жесть. Окей, банда, 10 тысяч человек, я покупаю иссушителей же эндер дракона. Только представьте, каких они огромных размеров. Но мы же сегодня, банда, пришли за эндерменом. Но поэтому давайте его купим. Итак, банда, вот так выглядит страница эндермена. Здесь мы можем рассмотреть эту фотографию поближе. Он реально тут выглядит стрёмно и носит кубики земли. Итак, банда, описание эндермена. Эндермен необычное существо с большой загадкой. Советую не смотреть ему в глаза, иначе исход будет печальный. При покупке мы вам дадим номер, с помощью которого вы можете связаться с этим монстром. Самое интересное то, что мы не можем смотреть эндермену в глаза. Тем не менее, бро, я уже хочу поскорее купить этого эндермена. Именно поэтому я нажимаю на кнопку купить. Окей, банда, пойди, все, я купил эндермена. Надеюсь, банда, вы готовы. Итак, банда, мне дали номер эндермена. Посмотрите, я просто это не верю. Он уже мне прислал какие-то точки, вы это видите? Это просто жесть. И посмотрите, он сейчас в сети. Тем не менее, брат, давайте уже ему напишем. Мне почему-то кажется, что это не какой-то там настоящий эндермен, а просто какой-то приколист, который просто решил заработать так деньги. Тем не менее, брат, давайте ему напишем. Окей, про первое, что ему напишу, это: эй, привет, я купил твой номер в Даркнете. Но я в это все не верю. И последнее, банда, отвечай давай. Окей, банда, я все это отправил. Господи, как же волнуется, такая жесть. Что если это реально эндермен? Тем не менее, брат, откуда у эндермена может быть телефон? Я очень боюсь, банда. Тем не менее, посмотрите, здесь появилось просмотрено, то есть он посмотрел мои сообщения. Интересно, что же он мне сейчас ответит? О, господи, банда, посмотрите, он мне отправил какое-то голосовое сообщение, давайте его прослушаем. Господи, я очень волнуюсь, чёрт. Это эндермен? Господи, что это такое? Что это за звук? Это очень похоже на эндермена, банда, вы просто слышите? Господи, что это было? Неужели это реальный эндермен? Черт! Окей.
О, господи, это просто жесть, вы это слышали, панда? Это реальный звук эндермена, неужели он реально существует? Тем не менее, брат, давайте теперь просто позвонить на этот номер. Возможно, мы сейчас вместе с вами на видеозвонок увидим настоящего эндермена. Господи, панда, я очень волнуюсь, я уже набираю этот номер эндермена. И посмотрите, я уже его подписал. Господи, как же мне страшно, Суприм Банда, что если он реально существует? Что если он мне только что отправил голосовое сообщение? Давай же, пожалуйста, мы... Эй? Алло? Вы видите, это панда? Там какая-то пыль эндермена на фиолетовом. Да черт! Вы это видите, это просто жесть! Он просто отключился, панда, посмотрите на это! Он сразу же, как только появился, сразу же отключился! Это был реальный эндермен, то есть он реально существует! Господи, панда, мне просто в это все не верится! Мы купили реальный номер эндермена, Настя! Посмотри на это, ты видишь? Что? Этого раньше здесь не было, что это такое? Господи, посмотри, это какой-то рисунок! Он подписан эндермен, часть первая, погоди! Черт, я могу его забрать! Кто вообще что повешал третий этаж? Посмотри на это, ты видишь? Какой-то рисунок, подписанный эндермен, часть первая. Посмотри, это очень похоже на эндермена. Это Том, и здесь что-то написано. Эндермен уже тут, загляни в глаза. Что это значит, панда, вы это видите? Я никогда раньше такого не видел. Том, вообще могу что-то повешать. Неужели это эндермен, панда? То есть, погодите, когда мы позвонили эндермену, мы увидели, что он был в каком-то парку. А теперь у нас был этот рисунок, вы это видите? То есть, получается, панда, что он сейчас где-то там. Это такая жесть, панда, мне просто это не верится. Это реальный рисунок от эндермена. Ты слышала это, Настя? Да. Видишь, что это могло быть? Неужели это снова эндермен? Это просто жесть, Бонда, мне все это не верится. Посмотри, там снова есть какой-то рисунок, ты видишь это? Я вижу. Он висит прямо на окне, Бонда. Господи, что если это реальный эндермен? Черт, просто посмотрите. Окей, давайте его тоже попробуем забрать. Кто вообще может их так высоко пешать? Тем не менее, прокляньте. Эндермен, часть 2. Здесь написано, я пришел твой. Недописано, открыть двери, я сделаю. Вперед, это будет смешно, что это значит, Бонда. Здесь просто какие-то недописанные слова. Тем не менее, про рисунку ничего не понятно. Что это вообще значит? Но здесь подписано, что это рисунки эндермена. И того, панда, у нас же есть какие-то два рисунка эндермена. Что они вообще значат? То есть, панда, по первому рисунку можем понять, что эндермен уже где-то у нас. То есть, он знает, где мы живем. Панда, только вдумайтесь, неужели он знает прямиком по тесте, я живу. То есть, панда, может, не могут прийти сюда. Господи, ты это слышала? Да. Неужели это уже он пришел, Настя? Окей, пойдем посмотрим, что там. Это просто жесть, панда. Неужели это реальный эндермен уже пришел сюда? Да не верится, черт, посмотрите. Вы видите, это здесь новая записка. Что это вообще значит? Эндермен, часть третья. Я убил их, видите это? Здесь причёкнута какая-то мама и дочка. Открой или убью еще кого-то. Черт, что это значит, панда, вы это видите? Это реальный эндермен, остальные записки. Но кого он убил, посмотри. Здесь какой-то парк, это около нашего подъезда. Пойдем посмотрим. Там должен быть труп, как минимум. О, господи. Я никого не вижу, там никого нету. Ты видишь что-то, Настя? Нет, не вижу. Там нету никого убитого, о чем он вообще? Господи, это такая жесть, банда. Я никого не вижу, там только ходят люди. Если бы кто-то был убитый, то мы бы уже услышали, как кто-то кричит. Тем не менее, про ничего нету, вы это видите? Неужели эндермен просто здесь издевается? Кого он вообще тогда убил? Окей, банда, это все очень подозрительно. Тем не менее, вы сами это видите. Настя! Как так? Настя, здесь новый рисунок, ты это видишь? Да, как он вообще мог оказаться в квартире? Господи, банда, это такая жесть. Эндермен, часть четвертая, вижу все, даже тебя. Я убью тебя, панда, вы это видите? Здесь нарисованный класс эндермена, эндерпёрл, который в Майнкрафте выпадает с эндермена, когда его убивает. И он подписал, вижу все, даже тебя, и убью тебя, вы это видите, панда? То есть эндермен реально существует в нашем мире. Он оставил эту записку, как то у меня в доме. Как он это сделал, панда, мы же его не видели. Эндермен это очень опасное существо, он может просто запросто меня разорвать. Мне не верится то, что он реально оставляет эти записки. Мы реально купили настоящего эндермена с Даркнета. Ты видишь это, Настя? Господи, там лежит какая-то записка. Да ты его запросил, быстрее, Настя. Окей, я никого не вижу, кто бы это мог быть. Тем не менее, просто здесь какая-то новая записка. Черт, нужно закрыть окно. Окей, здесь, кажется, что-то есть. Эндермен, часть пятая. Я это сделаю с тобой, посмотрите. Здесь переломленные человечки, кровь, вы это видите, Ванда? Это просто жесть. Стоит эндермен, а около него мертвый человек, который просто переломленный наполовину. Это жесть, Ванда, я просто в это все не верю. Неужели эндермен хочет меня убить, но за что? Тем не менее, я не знаю, что делать дальше. Эти записки, что они вообще означают? Зачем вообще покупали этот номер Даркнета? О, чёрт, ты кто-то звонит, банда. О, господи, посмотрите. Это эндермен, это он мне позвонил, вы это видите? Господи, что он вообще от меня хочет, окей? Эй? Алло, эндермен, это видеозвонок. Господи, посмотрите, это же эндермен, вы это видите, панда. Господи, как же это страшно, черт. Эндермен, что ты от меня хочешь, не убивай меня. Вы видите его глаза, это жесть. Он реально существует, это реальный эндермен. Это эндермен с реальной жизни. Господи, что с ним не так, просто посмотрите на это. Это живое существо, он просто отключился. Вы это видели, панда. Это был реальный эндермен, господи. Мне просто в это все не верится. И вы видели, панда, он был в какой-то здании. То есть, получается, уже у кого-то дома. Это такая жесть, банда, не хочу умирать. Что если меня просто убьют? Господи, Настя, что ты скажешь обо всем этом? Меня очень пугают все эти письма. Меня тоже очень пугает, Настя, тем не менее, эндермен где-то на столе.
О, господи, ты слышала это? Черт! Неужели это Эндермен Панда? О, господи, посмотри, это же Эндермен! Черт! Он реально существует, Панда! О, господи, Панда, это такая жесть, вы это видели? Это реально Эндермен, черт! Мне просто это все не верится, он реально существует! И он прямо сейчас перед моим окном, Панда! О, господи, я очень надеюсь, что он никак не пойдет ко мне в дом, потому что меня сразу же бьет! Черт, что это было, Настя? О, господи, что происходит? Куда делось электричество, Настя? Я ничего не вижу, что это? Он же Эндермен! Oh!